Руководство Гагаузии торжественно приветствовало официальных представителей Республики Казахстан. Делегация в составе заместителя министра иностранных дел, послом в Украине Республики Молдова и почетным консулом прибыла в Камрад для участия в церемонии открытия бюста Нурсултана Назарбаева на Аллее Славы. Республика Казахстан – один из инициаторов развития дружеских и культурных связей между туркоязычными народами. Бюст лидера Казахстана, установленный в Камраде, послужит укреплению взаимоотношений. Между Казахстаном и Республикой Молдовой всегда были добрые отношения, всегда поддерживался достаточно высокий уровень хорошего взаимодействия. И сегодня открытие бюста президенту Казахстана Нурсултана Назарбаева – это еще один шаг укрепления этих связей и дальнейшего его развития. Заместитель министра иностранных дел Казахстана заметил, что необходимо развивать и экономические связи. Несмотря на внешний вектор развития Молдовы, есть возможность осваивать восточный рынок, в частности, многомиллионный Казахстан. Молдова – это транзитное государство, у которого есть большие возможности использовать свои транзитные возможности. Мы обговаривали сегодня, может быть, в перспективе будем создавать какие-то предприятия здесь, с тем, чтобы осваивать рынок Евросоюза. В свою очередь я предложил молдавской стороне, у вас прекрасные вины, да? Мы можем создать такое же предприятие в Казахстане. Ранее исполкомом автономии на Аллее Славы были установлены бюсты и других политических деятелей тюркского мира. Я думаю, что он занимает достойное место в ряду и Алиева, и, я так понимаю, премьера Турции. И он действительно символ единения и славян и тюркских народов. Решение об установке бюста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева было принято исполнительным комитетом Гагаузии 7 ноября 2011 года. Скульптура была изготовлена в Москве известным российским мастером Константином Константиновым.